Ко мне иди. Залазь. Всем привет, вы на канале Дэнни Мэнни. Сегодня хочу рассказать, как мы с Дэнни учим команды на примере «Выключи свет». Чтобы выучить команду «Выключи свет», ваша собака должна знать команду «Touch». Если она не знает, то я сейчас расскажу, как это сделать. Берем вкусняшку, зажимаем пальцем и говорим «Touch». «Touch». Молодец. «Touch». Дэнни у нас это умеет, но если ваша собака не умеет, вы ее очень быстро выучите, потому что она довольно-таки быстро учится. «Touch». Молодец. Умничка. Так как у нас выключатель находится выше, чем диван, нам еще нужно было выучить команду «залазь на диван». Дэнни, залазь. Молодец. Сидеть. Умничка. С выключателем мы кладем свою руку и говорим собаке «тач». Да, «тач». «Тач». Молодец. «Тач». Молодец. В это время он нажимает на нашу руку и происходит выключение либо включение. После чего мы убираем руку и говорим «touch». 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 Молодец. Еще раз «touch». Дэнни. «Touch». Молодец. Когда он уже понимает, что «touch» это значит по выключателю, вы уже добавляете следующее слово и отрабатываете собаку. После того, как вы отработали «touch», что это «touch» на выключатель мы нажимаем, мы говорим теперь «свет» и отрабатываем собакой «свет». Дэнни, свет. Молодец. Свет. Молодец. Умничка. Хороший мальчик. Свет. Молодец. Свет. Свет. Молодец. После того, как мы выучили команду «touch», «залазь на диван», «свет», мы уже можем это все соединить и говорить собаке. Свет. Дэнни, иди, свет. Свет. Выключай, давай. Свет. Не выключил? Еще раз. Молодец. Умничка. Хорошо. Надеюсь, это видео было полезным для вас. В комментариях пишите, какую следующую команду вы хотели бы, чтобы мы разобрали для вас Дэнни. Не забывайте поддерживать нас, ставить лайки и подписываться, если вы этого еще не сделали.